Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления шоколадной колбаски. Самый любимый десерт из моего детства. Люблю его и сейчас. Минимум продуктов. Очень быстро делается. Очень просто в изготовлении и очень вкусно. Нам потребуется 300 грамм печенья, печенье песочное, вот оно тут поломано в крошечку, 200 грамм сливочного масла комнатной температуры, 2 чайные ложки какао, полстакана сахара и полстакана сгущенки. Приступим к приготовлению. Нам потребуется небольшая кастрюлька. Выкладываем в нее масло. Сахар. Всыпаем какао. И сгущенок. Ставим на огонь. На маленьком огне, постоянно помешивая, нам надо, чтобы масло растворилось и масса была однородная. Все тщательно перемешать. Это не займет много времени, буквально минут 5. Все. Вот такая замечательная шоколадная масса у нас получилась. Снимаем с огня ее. Перемешаем нашу массу с крошкой из печенья. Хорошо перемешали, теперь дадим немножко остыть, потому что нам придется заворачивать ее руками, чтобы не было горячо рукам. Но масло не должно замерзнуть, комфортная температура должна быть. Откладываем на время. Наша шоколадная масса застыла, теперь будем ее заворачивать. Заворачивать будем в полиэтиленовый пакет. Открою вам небольшой секрет. Раньше пленки пищевой не было, поэтому мы поступали таким образом. Брали целлофановый пакетик, разрезали его. И можно заворачивать. Большое, места много, очень удобно. Так, выкладываем. Выкладываем половину нашей массы. Выглядит, конечно, не очень, но поверьте, это очень вкусно. Таким образом. Все, понесла замораживать. Вот такая колбаска у меня получилась. Очень вкусно к чаю.
Попробуйте приготовить. Приятного аппетита. Всего хорошего.